Мы с Дианой идем медитировать на полнолуние, или как? На новолуние. И встречать сансет. Провожать сансет. Нравится мне всегда вот так выходить к морю. Здесь совсем другая атмосфера. Я уже второй раз об этом говорю, 10-й, 1-й миллионный. То сидишь там в своем номере под вентилятором и в шоке. А выходишь сюда, а тут кайф. Тут кайф. Арамболь сегодня многолюден. Там сзади меня очень много людей. И вот мы на горе. Тут даже стульчик есть, и костерчик, и закат где-то там. А мы на горе. Привет, земляне! Сеанс медитации начался. Ля, сколько народу, офигеть! Посмотрите на горе, кто здесь ходит, он здесь живет, наверное. Это, наверное, баба какой-то, какой-то бабович. Вот уже красотища начинается, нам еще идти выше, а там кто-то плавает и в такой волне. Посмотри, вот я его приблизил. И там такая буря, и он плывет. И там что-то большое, как будто... Это скала. Но просто от этой скалы пена отходит, как будто, наверное, это скала, да. Ну что ж, а мы идем дальше. Красиво. Там какое-то цветущее болото. Там люди купаются. Такая горячая, тухлая вода. Как они там купаются, я не знаю. Я считаю, она целебная. Это вот это Sweet Lake. Сладкое озеро. И вот мы спустились с этого клифа, или как это называется. И теперь мы хотим жрать. Клиф это вон то.